были гипертонические кризы, были гипертонические кризы, лежала неоднократно в больнице. Сегодня давление 120 на 80 на работе, ставки ставят, замеряют мне давление, проверяют, насколько оно у меня соответствует нормальному. Вторая проблема очень серьезная. У меня были проблемы со спиной и грыжи позвоночных в шейной области, две пояснично-крестовые. Проблемы нет, все движется, все нормально функционирует.